У Рамана во двора, Рамана в двор, железный тын. В святочную неделю в Центре веры почти каждый день проходят рождественские встречи. Такие мероприятия помогают разнообразить жизнь пожилых людей в серые пасмурные в этом году январские дни. А еще это отличный повод для душевного общения. Это не первый уже праздник. У нас приходила вчера волонтер Людмила Голубева, педагог первой школы. Она тоже проводила вот святые вечера, такую вот программу интересную. Попели колядки, спели Богородицу, почитали стихи духовные. Очень интересно прошла программа такая. Ирина Шамалина – постоянный посетитель центра обслуживания, особенно в праздники, когда организуется много развлекательных программ. А колядки – это еще и прекрасная возможность спеть и потанцевать. Столько восторга, столько всего внутри, что руководству большое спасибо за такую организацию, за такое представление. И каждый день разные представления, и вообще на высшем уровне, скажу. Большое спасибо. Фольклорный коллектив «Родничок» под руководством Елены Стрельниковой приезжает в Центр веры регулярно. В этот раз они привезли с собой самых маленьких участников ансамбля, что особенно порадовало гостей праздника. Очень понравилось. Такой замечательный. Детишки ж больно хороши. Мы ж своих вырастили, а это прям интересно смотреть на них. Как в детство нас ввели. Мы долго тренировались, учились. И мы вот так вот сумели сделать. Колядки уже давно и прочно вошли в репертуар «Родничка». Колядки мы поем обязательно. 8 лет с малышами мы уже ходим по поселку. А в этом году мы попробовали первый раз походить по поселку со взрослыми. И уже даже мне сказали, что мы в Инстаграме появились. Зашла в магазин, а нам сказали, мы вас видели в Инстаграме. Такие мероприятия способствуют приливу жизненных сил и вдохновения для людей почтенного возраста. Бабушкам и дедушкам я желаю счастья, здоровья и радости. Я желаю, чтобы у них всегда была радость, а еще я желаю, чтобы они никогда не старели. Хороший эмоциональный настрой был на протяжении всего мероприятия. Возили хороводы, подпевали веселым песням колядкам и даже поучаствовали в традиционных рождественских играх. Впечатлений хватит на целый год. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.